Статья на радио «Комсомольская правда» вышла 7 марта 2021 года. Очень нежно Цискоридзе трогательно почтил память своей мамы, умершей 27 лет назад. По словам артиста, мать научила его порядочности и достоинству. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискоридзе трогательно почтил память матери, ушедшей из жизни 27 лет назад. В своем инстаграм танцор опубликовал отрывок из интервью, взятое Ириной Шихман. «Сегодня день памяти моей мамы. В этот день, 27 лет назад, мамы не стало». В фильме подробно рассказал, чем мне запомнились эти дни, написал он. Цискоридзе отметил, что его мама была образованной, культурным человеком с великолепным чувством юмора, потрясающими друзьями и ежедневным стремлением к прекрасному. Благодаря ей я с малых лет был приобщен к театру, музеям, кинематографу, стремился к знаниям, учился порядочности с большой буквы. Ложь и жалобы в нашем доме были категорически исключены, а приветствовались достоинства, честолюбие и еще тысяча качеств, без которых моя жизнь была бы неполноценной, отметил он. Подписчики артиста с уважением отнеслись к важной дате и его жизни. «Мы виделись однажды, но запомнилась эта встреча на всю жизнь», — поделился Егор Дружинин. «Ваша мама вырастила достойного человека. Спасибо ей за это. Ваша мама оставила замечательный след на земле, великолепного артиста, замечательного сына и просто невероятной широты души и ума человека. Спасибо ей за вас. Светлая память вашей мамочки, Царство Небесное. Спасибо великой женщине, воспитавшей великого мужчину», — говорится в комментариях. «Очень нежно, вы хороший сын», — отметила поклонница. Мама вообще была прекрасной женщиной. Вот я читала о ней. Молодец, она воспитала гения, гений, Цискоридзе гений. Во всех смыслах слова. Мать просто чудо была у Николая Цискоридзе. Молодец, она его во всем поддерживала. Она его ангел-хранитель, Царствие Небесное и светлая память. А на этом...